Покорить высочайшую точку Европы и России, гору Эльбрус, удалось начальнику плановой экономической службы угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Виталию Сону. На высоту 5642 метра Виталий поднялся в составе команды из 9 человек вместе с единомышленниками из Гималайского клуба и в сопровождении местных профессиональных горных гидов. Маршрут был одним из самых популярных в Приэльбрусье по южному склону. Как говорят профессионалы, он подходит для туристов с разным уровнем подготовки, и по нему подняться на Эльбрус вероятность больше. Ну, впечатление и эмоции вообще масса, ну, как бы это не перескажешь, не передашь словами, это просто надо присутствовать, надо это все видеть вживую. Это неописуемо, это не передать, даже сама атмосфера, быт, население, общение с другими людьми, трудности. Я говорю, это надо пережить самому, так не объяснишь в словах. Для Виталия Сона это не первое восхождение. Горным туризмом он занимается уже несколько лет, так сказать, в противовес сидячей работе. Я даже никогда не думал, что пойду. Сидел на работе, что-то призадумался, надо отдохнуть. Начал искать в интернете, вот так и получилось. Нашел ребят по интернету, связался, получилось, первый раз пошел здесь у нас по месту. Сколько разных вершин уже покорено, Виталий не считает. Говорит, по Казахстану путешествий было много, а из серьезных вершин Эльбрус для него первое, но, конечно же, далеко не последнее. Держать себя в физической форме, в принципе, очень большой фактор – это психологический. То есть, мы каждый день ходим, каждый день там садимся, каждый день что-то делаем, в принципе. Главное перебороть себя психологически. Один из таких основных факторов. А так, в принципе, это по силам каждому. В планах Виталия Сона уже есть следующая точка – Казбек.